Ребята, всем привет! У нас сегодня эксперимент, ну как эксперимент. Фабиан ходил сам закупаться без листочка, покупал, что он хочет, потому что он будет на этой неделе сам все готовить. И вот сходил человек, закупился. Сейчас покажу и еще расскажу, это ужасно дорого. Ну, когда мы закупаемся, я всегда все готовлю. У нас почти никогда не бывает полуфабрикатов или что-то другое, или что-то другого. Ну, как полуфабрикат, я их сама заготавливаю. А в этой неделе он будет все сам готовить. Мы или он заплатил 180 или 190 евро за вот это все. И сейчас вам покажу, что он приобрел. Здесь он купил 2 мешка картошки, она была по акции, поэтому купил 2, кажется, ОРО 39, 2 килограмма стоит. Довольно еще так хорошая цена. Он научился картошку жарить и теперь говорит, у нас будет один день жареная картошка. Вот так вот. Затем купил молоко, оно тоже было по акции, 88 центов. У нас хотя еще молоко есть, но он все-таки купил, чтобы да, было, так как у нас цены каждый день растут. Затем он для себя купил вот такой вот банановый сок. Я просто не знаю, как можно вот эту гадость пить, но он обожает такой банановый сок. Был по акции, 6 бутылок купил, одна бутылка стоит 99 центов, ну евро. И для меня купил, я не знаю, я последнее время вечером вот такой вот стакан всегда сока пью, ну пол стакана такого и пол стакана минералки, он такой вот вкусненький получается. Это граната, яблоко, что здесь, или малина, для, ну, чтобы поддерживать иммунитет, и тут есть еще айзен, железо, да, и вот мне нравится, и как-то, я не знаю, мне он нужен, поэтому купил мне 2 банки, сколько он стоит, не знаю, евро 19, может быть, ну, по крайней мере, раньше так было. А затем купил еще вот таких 3 сока, были по акции. Я сейчас просто посмотрела квитанцию и некоторые цены запомнила. Поэтому вот этот сок стоил евро 39, по акции он его купил. А здесь одна такая вот вишневый сок, затем гранатовый сок. Гранатовый сок это для меня, я люблю просто гранату и люблю тоже гранатовый сок. И купил вот такой вот черная смородина. Да. Затем купил помидоры. Помидоры килограмм 5 евро. Составляет 5 евро. Это какая-то катастрофа. Сгущенное молоко. Затем вот такая вот такой хлеб. Такая вот помазка на хлеб. Вот это все на запас он купил. Вишня всегда у меня есть. Как бы для тортов я ее использую, для каких-то десертов. Вот такие вот брехбунен. Как оно называется? Господи, не, ну вот эти вот горохи, как бы такое что-то. Да, затем сосиски. Он будет делать сосиски в тесте у нас. Посмотрим. Затем кукуруза. Была по акции 66 центов. Он купил 2 банки. Потом фасоль тоже 2 банки. Затем это он себе набрал, он вот такие вот пепперони любит, горькая, пригорькая, это вообще я всегда использую для готовки, но он их так ест, 2 банки таких, одну банку вот такую вот, горькую, вот это все горькое, острое, острое, да, меня учили, я запомнила. А затем здесь находятся ну, вот такие вот персики. Это тоже Фабиан любит, и мой папа, кстати, их тоже обожает, а я не могу, я не знаю. Я лучше свеженькое что-то съем. А затем сахар на запас и также 3 муки на запас. Переходим к этой стороне. Здесь находятся завтраки, сухие завтраки. Вот такое что-то я еще ни разу не пробовала. С орехом, с изюмом. Да, мне кажется, будет вкусно. И вот такое я вот эти уже давным-давно ищу. Я раньше обожала вот этих вот хлопья кушать. Раньше они были такими с красными ягодами. Там и вишня была, и малина, и клубника сушеная. Но сейчас их просто нету. Но мы выписали сейчас их. Откуда-то нам их привезут. Потом, когда будут распаковывать, все о них расскажу. Да. Затем кроссоны хотим на воскресенье в духовке испечь. Также
Laugenstangen. Ну, такое вот, такая германская выпечка. Это будет у нас тоже один раз еда. А затем вот такие вот он кроссовки купил. Вот эти тоже были по акции за 99 центов. А затем купил вот такой вот багет. Это тоже у нас будет еда, он говорит. Вот этот багет и салат будет у нас. Огурец и редиска. Редиска, кстати, уже стоит 79 центов, а огурцы евро 19. И затем что-то новенькое купил. Он, я забыла еще сказать, он закупался в двух магазинах, в магазине Реаль и в магазине Хит. И там вот в магазине Хит он нашел вот такие вот огурцы. Мне кажется, они немного напоминают вот такой вот русский мотив, и я вот такое все обожаю. А затем вот такие вот хлебца, они с вкусом чеснока, тоже люблю, бывает еще таким вкусом помидора, тоже очень вкусно. Затем у нас будет на обед или на вечер, или на ужин, не знаю, вот такая вот, как они, эпсон, я же говорила только что, забыла, как они, ну, я думаю, вы видите, тоже будет готовить. Затем у нас колбаса, много колбасы. Вот эту я колбасу вообще обожаю, кабаноси с сыром. И вот это вот простой вариант. Затем вот простая кабаноси, еще какая-то другая немного от Хит самого. И вот такая вот краковская колбаса. Затем яйца, и у нас также будет помес. И также будут такие вот картофельное изготовление крокетен. Вот такое у нас будет меню разнообразное. А, еще я забыла показать, что у нас будет тоже пицца на этой неделе. Мне он купил вот такую вот горькую пиццу с салями. А себе он взял вот такую вот пиццу. Вот такая вот вегетарский, вегетарианский вариант. Так, что у нас здесь? Здесь у нас копченый сыр. Обожаю вот этот сыр. Он мне напоминает немного русский. И также вот пауда сыр, просто кусок сыра. А затем из зелени у нас петрушка. Также купил он такой вот напиток фруктовый. Ну, как бы кефир по типу такой, но только смешанный с фруктом. Банка стоит сейчас 66 центов по акции. Здесь вкус ананас, яблоко, апельсин, персик, затем вишневый вариант, малиновый вариант и еще персик. А для меня он купил просто кефир «Пролинка», тоже был по акции за 99 центов. Также купил нам десерт, будет радовать нам с десертом от Эрман, такой вот как бы пудинг, шоколад и сметана, сливки за 44 цента по акции. Затем также нежный творог, и для себя он купил еще вот такие вот, как они называются. Да, на заднем плане Фабиан собирает мебель, поэтому немного, может быть, громко будет. Так, на вот этом я остановилась. Здесь каша, рисовая каша с шоколадным соусом. И также есть тут рисовая каша с вишневым соусом. Затем здесь находится... Вот это я люблю сильно, это уже, наверное, года два не ела, правда. Сама один раз готовила или два раза, что-то такое. Да, надо будет самой приготовить, но вот тоже обожаю. Это просто вареные ягоды, но не как, немного с сахаром. Очень вкусно, мне нравится. Затем такой вот тоже пудинг опять. Тоже обожаю его. Сейчас... часто стали покупать. Одно время мы про него подзабыли, а теперь часто покупаем по акции Euro 99. И затем пошло-поехало. Опять здесь много чего. Ох, ну, вообще, вся закупка, короче, ужасная. Я правда говорю ужасно, потому что так мы правда не питаемся. Это я, как говорю, варю сама, но в этот раз просто... сказали, пускай сам посмотрит, потому что мы точно не знали, ну, хотели тоже поэкспериментировать, что дешевле.
Его теперь будем снимать. А затем здесь булочки 4 штуки. Так находятся тут конфетки. Это сосательные конфетки. Или тут лимоновый сорт, или апельсиновый тоже люблю. И затем он купил вот такие вот ириски. €99 стоит. Я их, кстати, очень люблю. Также по акции были резиновые мишки. Он накупил вот столько сортов. Сейчас вам покажу, какие. По 66 центов. Это вот такие вот, такой кисленький вариант. Затем вот всякие фигурки. А вот это что-то новенькое. Такое я еще не ела. Арбузовый вкус. А затем вот такие вот ягодки. Вот эти ягодки, они не так долго, но они мне очень нравятся. Тут и клубничка, и ананас. Вот все такое я обожаю. Вот это тоже одна из самых моих любимых пачек. Тоже люблю. А затем вот такое что-то большое. Кока-кола, соски, клубника. Ну, тоже, наверное, вкусно. И вот такое вот что-то. Все по 66 центов. Затем купил он печенье, Лейбниц печенье, были по акции 77 центов. Я всегда использую вот такое вот печенье для каких-то десертов, так что оно мне понадобится. И затем он знает, что я люблю, наверное, на глаза ему попалось, и он купил. Вот такие вот печенья я тоже обожаю, и он их купил. Так, вот это я тоже люблю, и, наверное, это ему тоже на глаза попалось, и он тоже купил. Такие вот, такая выпечка, внутри какой-то крем, ну, шоколадная выпечка, крем, и наверху тоже шоколад, тоже вкусно. А затем купил хлеб по акции €20 стоил. Хлеб покупал в Реале. Купил вот такие вот хлебца. Это такие вот хлебца, они даже без вкуса. Ну, тоже утром, тоже с мармеладом или, например, просто творог наверх. Тоже очень вкусно всегда получается. Так, дальше сладости. Купил себе вот такие вот ферреровские конфеты. Да. Мне кажется, они тоже по акции были 2,49. Ну, получается, он все по акции купил, и все не такого хорошего. Затем купил корни. Это более те конфеты, которые я люблю. Они были по акции €19. Так, переходим к фруктам. Виноград 500 грамм, €79, здесь 5 пачек. Мы много фруктов любим. Клубника €89, 2 пачки 500 грамм. Черника 5 евро 500 грамм. 5 евро, 2 пачки. А затем вот такую вот смесь. Я даже не знаю, как оно по-русски называется, но когда я их ем, мне напоминает это такую вот смесь яблока с грушей. Здесь 2 штучки, 2,41 килограмм стоит 5 евро. А затем купил зеленые яблоки, тоже одни из самых моих любимых яблок, стоят 5,38 килограмм, 2,99. А затем там, ну, у нас рядом с магазинами, например, с Реве или с какими-то такими большими магазинами, иногда там стоят ларьки, продают вот всякие яблоки, груши, эти, например, привезенные с Бонзии. Ну, такой регион у нас в Германии. Здесь он купил груши и купил яблоки. Из-за этого он отдал €8,50. Вот эти 4,50, а эти 4 евро стоят. И купил вкусный хлеб. Покупал хлеб. Шикарный. Сейчас я покажу, какой. Мы уже разрезали. Вот такой вот вкуснятина. Очень вкусный. И вот как бы вот эта лепешка, хлеб. Ну, такое вот что-то круглое. Стоило 3 евро. Да, вот такие вот покупки были. Как говорю, 180-190 евро он отдал на неделю, на двух человек. Ну, конечно, да, тут много чего, что можно было не покупать. Ну, мы это за неделю не съедим, я это точно знаю. Конечно, фрукты у нас быстро всегда уходят. Конечно, там вот всякие пиццы, все такое, это уйдет. Но вот это все, что он на запас купил, мы это, конечно же, за неделю не съедим. Я вам говорю спасибо, что вы посмотрели это видео. Мы уже увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.